Мы живем в крайне интересное время, потому что сейчас у нас есть доступ к любой информации. Мы можем знать очень много, ну, почти к любой. Можем знать очень многие вещи и складывать какое-то свое отношение, но зачастую, конечно, все эти новости, которые мы читаем, они абсолютно неправдивые, они направлены для того, чтобы дезинформировать нас и направить в ту или иную сторону. Поэтому здесь в наше время очень важно иметь свое мнение, знать очень много информации, разной информации, не сосредотачиваться на чем-то одном, что ты увидел, услышал. Нужно очень много общаться, несмотря на то, что все уже плавно перетекло в интернет, в виртуальное общение, мне кажется, все равно нужно как можно больше чаще встречаться и вживую общаться с людьми, узнавать их мнение, узнавать их настроение. И самое главное, конечно, иметь свою четкую позицию, которую уметь правильно мотивировать, наверное, для того, чтобы, может быть, кого-то помочь направить в правильную сторону.